А ты какой? Я уже... Так, подержи. Я думаю, хорошо. Если вы так будете тянуться, мы никуда не пойдем. Мы домой повернем. Я сказал не вставать больше двух шагов. Не вставать, вам понятно? Смотрите внимательно. Вот дерево, гляньте, какое необычное. Какое у него сучок слева. Вот посмотрите, куда он идет и куда дальше уходит. Вот слева от того сучка, как от березы, еще дальше листья. А здесь гляньте, куда оно уходит. Вот постойте, посмотрите внимательно. Я сейчас замерю, сколько оно раскинулось. Так, просьба не отставать. Нам время просто нет нисколько уже. Идти быстрым шагом и не разговаривать. Вы хорошо слышали? Да. Все, я показываю дорогу, а потом сейчас обратно вернусь и буду понужать идеи. Наша дорога идет в железной дороге. Не отставать. Полным ходом идем. Митя, встань, впереди, шагай. Быстрым шагом. Ну и первые. Так, все? Входное. Знаете, значит, там большое гнездо видели слева. Прямо в развилке. Большое. Большое, да. Опоздали мы, уже поздновато. Коршунята уже большие с ними. А это то, что надо? Не знаю. Да, ну большое тут больше. Но оно что-то низковато, оно на таком расстоянии. Ну, может быть, это ворона. Подождем. Так, двигайся вперед. Вперед! Быстрым шагом, Митя, веди. Не отставать идти. Опять. Быстрым шагом, брат. Какой интересный пацан. Совершенно интересно. Подво за руки. За руки догоняй. Быстрее бегом! Оттягивайтесь! Вот она бежит. Мусульманка настоящая. Смотри, как она бежит. Попробуй таких. Задержи. Так. А вы не отставайте. Прошлого поколения. Я тоже все-таки большие. Я не помню, где они находятся. Дорогу дайте, дорогу.